Глава муниципального образования город Десногорск Андрей Шубин, как кадровый военный офицер, в отставке высоко ценит труд сотрудников военкома. 10 апреля он пригласил работников Десногорского военного комиссариата, чтобы в торжественной обстановке поздравить их с юбилеем и вручить награды. За достигнутые успехи в служебной деятельности, высокую трудовую дисциплину и в связи с празднованием столетия военного комиссариата глава наградил 5 сотрудников почетными грамотами, а 10 получили благодарственные письма. В завершении торжественного награждения военком Сергей Сибелев вручил Андрею Николаевичу юбилейную медаль и поблагодарил его за внимание и взаимное плодотворное сотрудничество.